Это фигурное катание Гран-при Франции, пятый этап чемпионской серии. Впереди выступление двух российских спортсменок, двух наших чемпионок. Ученицы Терри Тутберидзе, Алены Косторной и Анны Щербаковой. Алена Косторная, действующая чемпионка Европы, выходит на лед и будет кататься в произвольной программе под музыку Билли Айлиш. Очень понравился вчера прокат короткой программы под Нью-Йорк. Нью-Йорк, как я говорил, она такая озорная и прям купалась в этой мелодии. Сегодня немножко другое настроение, но мы хотим видеть чистый прокат. Надеемся, что это мы увидим с вами. И, конечно же, ее коронный тройной аксель. Жалко, конечно, что не получился тройной аксель. В медном повторе вы потом увидите. Но в целом, в остальном, то, что продемонстрировала Алена, вообще практически передаться не к чему. Мне
Знаете, да, может быть, это не та программа, под которую вот зрители аплодируют. И она такая... Ты имеешь в виду ритм? Да, она таит в себе какую-то загадку. А вот сейчас, смотрите, на наших экранах вновь те зрители, которые поддерживают нас. И, кстати, очень смешной такой факт, который... мне прислали в социальных сетях сейчас фотографию этих девушек, которые в данный момент в Гренобле болеют за наших спортсменок и говорят: о, мы слышали, что вы про нас сказали. Вот сейчас на ваших экранах вновь были те, кто сопереживает нашим спортсменкам. Вот неудачная попытка и, к сожалению, падение после исполнения тройного акселя. Но это единственное, к чему можно было подбираться в исполнении произвольной программы Алены Костовной. В целом все сделано. Я смотрю, что единственное, что опять дорожка шагов в третий уровень. Я не понимаю, почему и вчера поставили третий уровень. Нет, понятно, почему, но почему Алена, та спортсменка, которая практически идеально владеет коньком, почему проходит вот такие третьи уровни? Эти мелочи потом могут быть причиной того или иного места, неудачного места. Но я хочу обратить ваше внимание на прыжок. Обратите внимание, какой высоты прыжки у Алены. Видно, что она постепенно набирает форму по ходу сезона. Вот уже второй турнир серии Гран-при мы наблюдаем за этой очень талантливой спортсменкой. И похоже, что она готова подойти как раз-таки к главным стартам текущего олимпийского сезона во всеоружии. Третье место на первом для себя этапе Гран-при выиграла Алена Косторная. Это было на турнире в Канаде. И сейчас для того, чтобы попадать в финал, ей нужно оказаться не ниже второй позиции. И тогда у нее будут хорошие шансы съездить в Японию и оказаться в числе шести лучших спортсменок первой части сезона. Ну, знаете, по поводу прыжков и той высоты, которую она набирает. Действительно, высота хорошая, пролетные прыжки, но она из немногих, кто как бы не ворует в самом начале. Больше 145 баллов получает Алена Косторная за свою произвольную программу. Ну что же, короткий разбор вместе с тренером, вместе с Итали Тутберидзе. Улыбка, мне кажется, читается. Это лучший результат глазам в нынешнем сезоне. То есть она постепенно прибавляет. Ну и она выходит на уверенную первую позицию. 221,85. Алена точно с медалью. И как минимум с серебром.